друзья, шмурняк пошел какой-то. Пулю выкопал. Вот это да. В море, на Черном море пуля, ну вообще жесть. Берем в копилку. Ну что, друзья, немножко шторм стих, волнение убавилось. Я похожу здесь вот неглубоко. Может, еще что-нибудь найдем? Вперед, ребята! Вода очень грязная. Ничего не видно. Идем, как говорится, на ощупь. И у меня сегодня что? Колечко. Хо-хо-хо-хо. Вот это да. Ух ты какое. Эх, не золотое, но какое-то с камнем, друзья. Интересно. Ой. Вот так вот. Вот это штормик. Зачетно. Несу. Опа. И вот она. Сережечка. О, серебро, друзья. Отлично. Вот такая вот весюлечка. Никто не потерял? Забираем, раз никто не потерял. Отлично. Еще, друзья, находочка. Крестик. Маленький такой. Целый. Но не серебро, друзья. А может и серебро. А, нет, серебро вон вижу. Потемнело просто. Нормально. Хорошо. Берем, друзья. Отлично. Монетный. Так. Привет, друзья. Если не знаете, как почистить очень старое серебро, в данном случае, которое я выловил на днях в море, это вот кольцо и крестик. До такой степени они долго пролежали, что просто кошмар, ничем не чистится. Надо накидать шарики из фольги, кинуть туда пищевой соды и поставить на огонь. До кипения доводить не надо. Значит, пищевая сода вступает в реакцию вот этими вот, с этой фольгой, и у вас серебро начинает светлеть. Эмалированной посуды у меня нет, поэтому я взял вот такой ковшик, а в ковшик положил фольгу. Пусть немножко поварится, посмотрим, что получится. Ну что, ребята, 3 минуты и черноты как не бывало. Осталось только немножко еще пройти щеточкой, и будет все отлично, друзья. Вот с таким вот интересным камнем, вот такое кольцо. А было черное. 925-я проба. Крестик, я думал, тоже не откиснет. Нет, отлично все. Так что вот такой вот есть способ чистки серебра. Ну вот, ребята, такой результат. Было черное-черное, стало блестючее. Еще немножко полирнуть, будет отличное кольцо.